Всем приветики. Как-то у меня была такая ситуация на ноутбуке. Здесь-то у меня все нормально, это я на компе основном. Присоединила я флешку, она сейчас присоединена, вот. Но ее не видно как бы. И я хотел ее отключить, но там, где показывает, что подсоединено устройство, можно отключить, этой штуки не было. Я ее выдернул так просто, вставил снова, то же самое, ее не видит. Я решил эту проблему. Зашел в диспетчер устройств, и вот где USB устройство, там на запоминающем устройстве был такой значок. То есть, ну, везде горит отключить, а здесь получается оно уже отключено. Я нажал задействовать, и все, вот оно задействовало сразу. И появилось устройство. То есть, оно как-то само по себе отключилось. Я включил, все заработало. Не знаю, как так. Может, я отключил, может, само как-то случайно. Но суть в том, что оно было отключено. Я подключил, нажал задействовать, и все. Вот оно работает. И это мне помогло. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.